Итак, мы продолжаем. И вот сегодня вот я хотел бы вам показать еще один крутой баг. Итак, идем сюда. Идем сюда, 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 сюда. И смотрите. А здесь никого нету, я сейчас ищу врагов. Но если мы сделаем так, мы увидим тут врага. Нажимаем. Тихо. О! Хэдшот. Итак. Вот так вот начинается видео, и мы сейчас продолжим нашу игру. Итак, дальше мы идем сюда. Так, вся команда выбежала. Идем сюда, идем сюда, идем сюда, идем сюда. И... Опа! Хедшот, ребята! Это было, конечно, очень даже круто. Дальше мы идем сюда. И... Вот, вот так вот надо играть. Ребята, в КС-ку. Да, конечно, это очень-очень-очень круто. Но сейчас вы угадаете, как я это все делаю. Так, мы идем сюда, берем дигл. И... Так, один. Так, дальше. Идем сюда. Берем второго. И вот, смотрите, самое прикольное. Берем, берем, берем. Перезаряемся. И убиваем его через стену. Да, это очень-очень-очень круто. Итак, мы идем ставить бомбу и берем нашу эту штуку. Так. Подготавливаемся и... Убиваем одного. Убиваем второго. Ставим бомбу. Так. Ну и, конечно, в конце я вам сейчас покажу, как дальше мы делаем все. Так, идем сюда. И делаем спокойный хэдшот. Прямо вот сюда. Все, мы победили. Вот так вот можно выигрывать матч. Теперь для этого фокуса вам нужно всего лишь зайти на эту крышу. Дальше вам нужно АВП. И делаем такие вот быстрые движения. Один хэдшот. Два хэдшота. И третий хэдшот вот тут. Вот так вот можно круто играть. Давайте продолжим. Что делать, если враг сидит на том же месте, где и я, и за мной еще двое? Итак, делаем быстрое движение. Вот такое. Прицеливаемся и стреляем. Так. Дальше берем дигл и убиваем врагов. Берем ножик. Можно прорубить, пострелять. Вот так вот быстро можно сделать. Сейчас я это вам покажу в ускоренном виде. Для этого нам нужен G3CG1 палач. Потом берем быстро вот так. И быстро, быстро. Ну, вот и все. И убиваем. То есть это показывает то, что вы мастер. Наверное, я вам сейчас покажу одно место, которое вам точно было неизвестно. То, что туда. Вот в это место тоже можно забраться. И спокойно убивать. От врагов хэдшот. Вот как-то так. Смотрите дальше видео. Итак, дорогие друзья. Вот, теперь мы играем на реальном сервере. С реальными людьми. Давайте оружие возьмем. И идем. То есть читы я не использую, я пользовался только в начале. Ну, в общем, мы потренировались, как можно вообще убивать, и что вообще ожидать от врагов. Ну что ж, теперь мы играем на реальном сервере. И так. Где у нас тут? Так, они играют за террористов, поэтому мы идем на букву Б, потому что они пошли точно на Б. Это уже понятно. Так как я профессионал, я все знаю, потому что если спаун идет на А, то не каждый игрок идет на А сразу. Он идет на букву Б. Почему? Потому что Б как бы вторая, и не каждый о нем задумывается. Видите, я его ранил, но не убил. Так, идем сюда. Спокойно его убивать. Убивается, что это не прикатит. Ой-ой-ой. Ну ладно. Так. Ну что ж, продолжаем.
Так, для следующего момента нам нужно гранатку. Ну, гранатку, наверное, вы знаете, откуда взять. Ее можно взять из магазина. Если у вас обновленная версия Клеер, зеленая, то вы знаете, что такие гранаты есть. Ставим ее на дверь, узнаем, где враги, и убиваем их. То есть, после поставления на дверь, то есть, спокойно уже можно этим пользоваться. Смотрите, ставим ее на дверь, ждем, пока взорвется она, и сразу мы узнаем, где кто сидит. То есть, один танк сидит, а второй сидит уже где-нибудь в другом месте. Но сейчас не объеду. Нажимаете вот так и теряете его врага. Так, ладно, меня убили. Ну пока что ладно. Как бы все равно. Ну, в общем, его видно будет. Этого врага. Так. Следующее действие — это шприц. Работает, конечно же, он. Вот он. Сейчас еще наспавню. Вот. Это шприцы. Я наспавнил 3 шприца, то есть. Они все рабочие. И чем нужны шприцы, я вам сейчас все расскажу. Во-первых, шприцы нужны, чтобы пользоваться это как такое вот оружие. Так, кидаем его сюда. Ждем, пока взорвется. Раз, два, три. Она взорвалась. И спокойно уже можно его убивать. Он у нас попасть через дверь не может. Видите, он стреляет и попасть не может. А мы его спокойно уже можем убить через стену и в хэдшот. То есть вот так как-то можно играть. Квест. Так, дальше. Что мы можем сделать еще? Как нам сделать так, чтобы запутать наших врагов? Конечно, кто-то может не знает, но, наверное, кто-то знает, то что в квестке еще можно моим читом наспавнить бомбой. То есть всего на бомбы. Так, раз. Так, все, 10 бомб наспавнить. Так, здесь на. На А, ну ладно, пусть взрывается. Пока что. Ладно. Так, ого! Так. Ну, чтобы быть профессионалом, поэтому надо очень хорошо играть. Квест. Так, нам нужна наша вот эта вот штука, которую я наспавнил. Зачем она нужна? Сейчас покажу. Давайте, он пока у нас стрельнет. Стреляй. Не стреляет? Странно. Сейчас, подождите. Вот, он нас стрельнул. Мы спокойный талавэм. Приз, и у нас опять 100 хп. А также можно этим пользоваться. Ой-ой-ой-ой. Я не профессионал, блин. Вообще. Хотя они, да, они не сильверы. У них уже там не храма. Через стену тоже можно убивать. Но самый прикол убивать с ножом. Да, с первого патрона можем сразу. Да, это самое интересное. Так, ну что ж. Еще здесь есть такая функция в игре, как перемещение. Например, вы стоите здесь, и телепортация вас отправляет на другое место. Ну, например, вот так. Включаем телепортацию, и мы перемещаемся на букву А. Сейчас подойдем. Кнопка D. И мы спокойно перемещаемся на букву А. Так, бомбы здесь нету. А, бомбы есть. И мы спокойно ее можем разминировать. Это, конечно, тоже круто, и это все работает. Опа. Это самурай был только что. Это ладно, хоть. Так, ладно. Также есть много разных моментов, на которые не нужны читы, консольная команда и много еще чего другое. Это ваш АИ. Ваш. Не читерский никакой, а ваш. Вы должны стрелять что-то. Поэтому вы спокойно можете убить любого игрока. Если вы стреляете со стены, то вы спокойно можете убить всех в хэдшот. Вот как-то так. Вообще я играю. Также есть оружие. Я же зачитал. Есть оружие, которое нет отдачи. Это чудесная пушка. Наверное, вы видели. Она стреляет туда. То есть с первого патрона можно убить всех. Но она как бы действует
для тех, кто тренируется. То есть, если вы хотите потренироваться, то стреляйте из нее. Но вообще, в сетевой игре это, конечно, скучно, что вы всех убиваете и все. Вот как-то так. Так, ладно. Идем на А. Так. Здесь врагов нету почему-то. Так, ну враги, конечно же, здесь есть. Где бомба? Бомбы нету, странно. По идее, она должна быть, бомба сама. Но я почему-то нету. В общем, учитесь играть у меня, и вы будете играть как профессионал. Сразу узнаю, где кто сидит. А если вы хотите, нету вас кита, и вы играете как мы, то вы можете играть с одним ножом. То есть вы можете спокойно проходить мимо всех. Это действует как-то вот так. Так. Это действует как-то так. Так. Вот берем наше оружие, берем наш ножик. Спокойно. И уже спокойно идем сюда. То есть, вот наши боты. Берем. Убиваем их. Наши люди. И спокойно их убиваем. Но мы для них сделали как бы такую, ну сказать, типа они остановились и не пойдут больше. Как это обратно вернуть? Берете, нажимаете опять кнопку J, и дальше нам нужно искать противников. То есть вообще даже реально людей можно сделать как не настоящий. То есть это как можно сказать вообще по-другому. То, что вы просто берете обычного игрока и ставите его на место. То есть он стоит и не двигается. Хотя он может двигаться. Но вы проноситесь около него так быстро, что он не успевает понять то, что это вы. И, короче, он проигрывает. Бомба. Не успеваю. Нет. Говно! Да что ж, блин, не повезло, ну ладно, ребят. Короче, ладно, как-то так. Но еще есть и командная игра. Если вы играете с другом, то командная игра вам очень пригодится. Сейчас мы играем двое на трое. Вот мой друг. То есть, он тоже профессионал немного, ну ладно. Так, для этого нам нужно вот эти наши гранатки. Берем гранату. И следующее то, что нам нужно, это ее использовать. Давайте выкинем ее. Так, что-то не выкидывается она. Ну ладно. Так, вот она. Так. Не, почему-то нет его. Так. Так, у друга моего тоже граната есть. Мы можем спокойно уже играть. Так. Идем сюда. Нет их. Прицеливаемся и кидаем ее вот туда. Ждем 3 секунды. Раз, два, три. Все, взрыв произошел. Можно спокойно всех убить. Так. Да, взрыв взорвался. То есть мы можем спокойно всех убивать. То есть мы видим, это типа как в Алхас, я вижу. То есть мы спокойно уже можем все это использовать. Можно сказать. Но это не чисто, это реально. Ребята. Ну что ж, продолжаем, наверное, играть. И дальше у нас идет такая функция в игре, которую добавили совсем недавно. Это револьвер. Но так как у меня стоит дигл, я вам покажу на дигле. Как вы знаете, дигл можно стрелять двумя способами. С быстрыми и медленными патронами. Быстрые летят быстро, а медленно летят, ну понятно, короче, медленно. То есть быстрые летят на, ой, наоборот, медленные летят на лэк и м, а медленные летят на лэк. Да, спокойно его выстрелить. Мы спокойно можем стрелять. Да, опа,
То есть они даже не успевают меня пристри. Потому что реально это. Для них это как будто я вообще спидхаком пользуюсь. То есть я могу остановить людей на сервере. Остановить сервер здесь. Быстро пробежаться, ну то есть для меня это будет обычная скорость, но для них будет, конечно же, не быстро это. Так, у них будет это все быстро. И после этого они опять будут нормально играть, но они увидят меня как, не знаю, как Супермена, который быстро очень летит, пролетает всю карту, то есть пробегает ее за 2 секунды. И это можно сказать, что это читы. Я уже убил двух врагов. Так, идем сюда. Вот наш враг. И я могу спокойно встать и побеждаю. Мы победили всю команду первой. Да. Так, еще одни фокусы с бомбой я вам сейчас покажу. Итак, фокус с бомбой номер один. Это кидание бомбы. Берете бомбу. Так, да. Тут надо было. Ладно. Так, а, да, вот так. Вот я вам хотел показать. Вот так вот можно забраться на эту штуку, кто не знает. Вот. И фокус с бомбой такой, то что вы наспавниваем. Ой. Извиняюсь, не та кнопка. Так. Нажимаем несколько раз на бомбу. И мы просто взламываем, кстати, сервер. Чем больше бомб, тем лучше. Ладно, ждем, пока они что-то сделают. И что они вообще будут делать. То есть лежат бомбы. И мы спокойно убиваем. И у них тоже будет как-то. Так, дальше у нас работает. Ну давай, стреляй. Это твой шанс. Ну да ты что, правда, ну что ли? Вот смотри. Опа! Одного и второго шанса. Вот, все. Ребят, вот так надо будет профессионала. Без цветов, без таких штук. Просто заманивать игроков на А. То есть, как заманить игроков на А, я вам сейчас покажу. Это все очень просто делается. Для этого мы должны использовать читы, но это просто для быстрого перемещения. Это не спидхак, то есть не останавливает. Это просто ног. Так, ладно. И теперь мы здесь наспавниваем бомб. То есть сколько здесь бомб? В одну точку. Где-то, я не знаю, несколько штук. Получается, лежит как будто здесь, ну, одна бомба вот. Прямо на А. То есть она не такая не заминированная никакая. Но она рабочая. Так. И вот для манукова вот так работает. То есть враги идут сюда. Потому что они думают, что бомба, которая здесь есть, это надо ее подобрать. То есть она на карте вот именно так отмечается. Так. А чтобы победить этого террориста, просто и все. Так, если у канта террориста надо плюс 2 раза, то у этого и одного раза тоже не хватит. Идем. Ну что ж ты там сделал? Что-то не трудно. А-ха-ха! Вот так быть нубасом, конечно. Да. Это прикольно. Еще. Я хотел вам показать еще один такой крутой минус, наверное, то, что можно появляться за спинами игроков. Вот как это работает. Вот мы стояли там, и вот мы стоим тут. Идем сюда теперь. Спокойно проходим. Идем сюда. И спокойно убиваем врага. То есть, без всяких усилий мы появляемся за у врага. Так, где у нас второй наш враг? Сейчас к нему подойдем. Вот и я. Да, это так можно телепортироваться к любому игроку в квестке. Гоу. Вообще эту функцию добавили в квест еще телепортация к игрокам. Это была функция админа в админ меню. Но чита этого не было. В квест Соуч это убрали, а в CS GO опять же добавили. И это круто. Так, прикатываемся.
Идем сюда. Убиваем врагов. То есть телепортация довольно-таки просто работает. Так. Так, а где они? А нет его. Так, если он не здесь, то он, конечно же, там. Нет, его здесь нету тоже. А ну пошел нафиг! Я читал, конечно же. С телепортациями админа, ребят. А, бомба. Не пойми, я не забыл. Да, это очень крутая, крутая функция вообще в игре и в читах. Эта функция работает на админках и в моем чите. Это очень круто. Так, идем сюда. И спокойно делаем вот такое вот действие. Давай. Грайм. Так, ого, спасибо, друг. Заточил. Так, сюда. Ой-ой-ой, меня запалили. Я тебя убью. И разминируй бомбу. Да, это круто. Это просто круто. Так, подбегаем к нему. Тихо, подбегаем. И опа, все. Минус один. Давай, поиграй. Опа. Нет. И мы победили. Подбегаем сюда. Вот наш враг. Убиваем его. То есть мы останавливаем время и спокойно убиваем любого врага. Но сразу видно то, что это читерство. Потому что за одну секунду раунда всех игроков убивают. Это, конечно, не круто. Ну а так, как я могу сказать, то что сейчас к нам добавится еще один мой дух. Подождем, давайте его. Итак, пока мы его ждем, идем сюда. И спокойно делаем это дело. Идем сюда. Так. Что-то никого нету. Ну ладно. Так, идем просто его такой же. С ножом. Ну как бы ладно. Сейчас я еще покажу одно очень даже крутое место. О, друг подсоединился. Ладно. Сейчас я вам покажу, как сделать так. Вообще. Чтобы они реально вас испугали. Просто бежать. Просто вот реально бежать. И стрелять. Ну и спокойно будет на любого. То есть стрелять вниз и все. Так, один пошел туда. Мы к нему сейчас уже пойдем. Но! Проиграл. И последнего тоже. Кто-то. Вот так вот, да. Давай почить. Но это еще не конец, как бы. Сейчас мы дальше будем тащить уже с другим оружием. Это был только один. Но это еще не конец, так как мы возьмем сейчас еще. Что же нам взять? Давайте возьмем бизон. Очень. Сузанобиса. Очень крутое оружие. Так. Нет. Ай-яй-яй. Да, это было опасно. Ну ладно. Зато я посмотрел, как она, эта пушка работает. И вот он я, ребята. Мой игрок. Да, выглядит, конечно, он круто. Скин. Но подождем, что будет дальше. Так. Ну все, мы, наверное, проиграем сейчас. Так, он, наверное, не затащит наш друг. Кстати, как вы не заметили, я никогда не показываю ники игроков, потому что это запрещено авторскими правами игрока. Ну, в общем, как-то так. Затащу весь сейчас. Так, прицеливаемся. Идем сюда. И вот так делаем. Опс. Вот, да. Дальше враги наши
А пока отстреливается, мы сделаем очень простое действие. Вот так. И постреляем. Что будет дальше? Сейчас посмотрим. Так, а что же у нас дальше? Опа, хэдшот! Ой, опасно, опасно, конечно, было опасно, да. Да, это было очень опасно, конечно. Ну ладно. Мы не проиграли, наши друзья еще живые. Но они, конечно, победят, так как они профессионалы. Так. Что же сейчас будет дальше? Так, вот смотрите на него. Так, второй друг у нас здесь, да? Я так понял. А где наш враг? О, мой этот, как Dragon Lore. Так, вот он. Прикольно. Так, ладно. Где у нас там враг? Ходит вообще. А, вот он. Ну, и я его, конечно же, убью сейчас моими читерскими силами. Так, вот я опять играю за игрока. Так. Давай. Давай, давай. Это невозможно. О, да. Я победил. Так. Что у меня там хоть? Ого. Я должен успеть. Я обязан успеть, ребят. Моим драгонлором. Я просто супер. Так. Это чит еще, я так разобрался, то, что он может спавнить клона моего. И я могу у него играть. Так, давайте еще посмотрим. Дробовик. О, нет. Так. Идем сюда. Я заметил, что кто-то постоянно поднимает мой Dragon Lord. Вот я хочу узнать, кто это. Так, убью одного. Второго. И убью третьего. Давай. Твой шанс. И ты его используешь. Когда ты это убьешь? Ну, баса. Вот. И тогда. Да, я полетел. Да, мы победили, но я просто так прикололся над ним. Сейчас я также прикольнусь. Я сейчас возьму АВП-шку. Так, и сейчас я сделаю кое-что еще одно. Посмотрим. Подбегаем к нему. Не стреляем, просто подбегаем. Это просто прикол. Смотрите. Да, АВП-шку, друг. Да, тебе видел. Ой, ну ладно. Так, но прикол еще начинается только. Поднимет ли он? Мой Dragon Lord или нет. Мы узнаем это. Нет, не поднял. Видно, ему не нужно. Но мы, видимо, проиграли, да? Я так понял. Нет, да, проиграли. Так, ну что ж. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки на мой канал Нубас. Пишите комментарии, понравилось ли вам обучающее видео по CSGO или нет. Ну и, в общем, всем пока.